Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Завтра Пасха, а это значит что? Что я буду красить яйца. Для этого нам понадобится яйца. У меня вот в лоточке. Пищевой краситель. У меня красный, желтый, оранжевый. Должен быть зеленый. Вот этот, наверное, похож на желтый. И голубой. Чтобы их покрасить, мне нужен будет уксус. У меня обычного уксуса нет, у меня бальзамический, но я думаю, тоже подойдет. Нужно будет 1-2 ложки столовой. Потом после окрашивания нужно будет протереть их немножко обычным подсолнечным маслом, чтобы краска хорошо держалась и не красила там тарелку или то, ну, в чем вы будете их носить, и не красила руки. Такие ковшики, чтобы, так как эту краситель смесь по технологии нужно разогревать на огне 70-90 градусов и потом только окунать туда яички, то есть не холодной водой. И после окрашивания я буду, наверное, наклеивать вот, либо просто на белый, но я решила сделать поинтереснее, накрасить уже на окрашенные яйца вот такие вот наклеечки. Такие вот красивые. Это в национальных, в национальном колорите таком, в национальных красках. И вот такие вот ангелочки купила. Вместо пасок у меня в этом году будут вот такие вот прянички, еще у меня есть такие яички, курочки, цыплята и разного рода тоже яйца, разноцветные, на которых уже написано «Христос воскрес», и это как бы печеньки медовые. Не знаю, мне очень понравилась такая идея, в принципе, альтернатива Пасхе пойдет. Кому интересно, оставайтесь со мной и... Теперь следующий этап. Я уже намазала подсолнечным маслом яички. Вот такие они стали красивые, заблестели. Это такое прям мраморное. И одеваю вот эти вот наклейки. И буду опускать их в горячую воду. Тоже осталось отварки яиц. Сейчас я вам покажу, как это будет происходить. Пленочка вот сразу же должна приклеиться к яичку. Вода должна быть обязательно горячая, не обязательно 100 градусов, но 60-70 обязательно. И вот так
по ложечке. Опускаю. Хоп. Видели? Как она схватилась только. Ой-ой-ой. Надо держать не очень долго, потому что, видите, краска слазит от горячей воды. И отправляем дальше сушиться на салфетку. И так с каждым. Все-таки вода должна быть немножко попрохладнее, чтобы вот эта краска после окрашивания не слезла с яйца. И вот такая красота у нас получилась. Всех с наступающими праздниками. Христос воскрес. До новых встреч. Пока-пока.